Сегодня ровно месяц с начала конфликта на Ближнем Востоке. Израиль продолжает бомбить сектор Газа и штурмовать север анклава. Израильская армия накануне поздно вечером нанесла новые удары по территории вокруг больницы Аль-Кудс на севере сектора Газа. Кроме того, ВВС и артиллерия атаковали территорию Ливана. Там, по заверениям Сахал, были расположены военные объекты Хизбаллы. В свою очередь, ракетным обстрелом подверглись и территории Израиля. Сирены воздушной тревоги звучали как в приграничных с Газой районах, так и в центре и на севере. Если бои продолжаются и в самом секторе, в его северо-западной части, об этом заявляет Хамас. Были уничтожены 6 израильских танков. Нанесен удар по израильскому спецназу, который укрывался в одном из домов. Генсек ООН Гутерреш заявил, что Газа становится кладбищем для детей. Согласно данным генсека, погибли уже около 5000 девочек и мальчиков. Гутерреш также заявил, что за 4 недели убито больше журналистов, чем в любом другом конфликте за последние 3 десятилетия. А также убито больше сотрудников ООН, чем за любой сопоставимый период в истории Организации Объединенных Наций. В нашей студии заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Здравствуйте, Константин Осипович. Здравствуйте. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что трагедия на Ближнем Востоке представляет собой моральный и политический провал международной дипломатии, которая не приложила достаточно усилий для урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем. Как вы прокомментируете это заявление? Ну, то, что это провал, вне всякого сомнения, соответствует действительности, но я бы не стал распределять ответственность за этот провал на всю международную дипломатию. Это провал западной дипломатии. Я напомню, что международная дипломатия в свое время сконструировала сбалансированный и, с моей точки зрения, дееспособный механизм по продвижению вперед в урегулировании ближневосточного конфликта, так называемый «Мадридский». Квартет, там Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Евросоюз, упомянутый вами, а также Организация Объединенных Наций. Но что лучше, да? Вот вроде бы все точки зрения должны быть представлены, и у всех сторон, по идее, должна быть одна и та же мотивация к тому, чтобы принести на Ближний Восток мир. Западники, Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз, две составляющие части из 4, работу этого квартета заблокировали. Сначала почти что свели к нулю после известных событий вокруг Крыма в 2014 году, ну и окончательно прервали все контакты на этот счет после февраля 2022 года. Нету международного механизма, и он в тот момент провалился, этот международный механизм или усилия международного сообщества. Но еще раз повторю, по вине западной дипломатии, Соединенных Штатов Америки и их союзников по НАТО и по Европейскому Союзу. А сейчас эта ситуация еще больше деградирует в силу того, что Запад, те же самые Соединенные Штаты Америки, которые критикуют совершенно справедливо по всему миру, тот же самый Евросоюз, который начинают критиковать уже даже страны, входящие в Европейский Союз, они критикуют вот этих чиновников, сидящих в Брюсселе. Вот Запад занял однозначную позицию поддержки Израиля, признания его права на самооборону, который на самом деле в этой ситуации с юридической точки зрения нет, при всем понимании эмоций, которые сейчас существуют в Иерусалиме и в Тель-Авиве. Тем не менее, Запад, заняв вот эту сторону поддержки Израиля, разумеется, выдал некий карт-бланш на то, чтобы Израиль творил в секторе Газа и с сектором Газа то, что он творит сейчас на глазах всего международного сообщества, и от чего просто дух захватывает и ужас берет. Президент Алжира призвал юристов и правозащитные организации подать иск в Международный уголовный суд против Израиля за преступления против Палестины. Каковы, на ваш взгляд, шансы на то, что это будет иметь продолжение и будет, приведет к чему-то? Ну, конечно, все будет зависеть от того, чем закончится эта трагедия. Известно, что Израиль пытается сделать вид, что он воюет исключительно против организации «Хамас», а не против палестинского народа, и посчитает задачи боевой операции исполненными, когда сопротивление «Хамаса» будет сломлено, когда его боевые ячейки, а это, собственно говоря, весь «Хамас», будут уничтожены. Это один сценарий, но, с моей точки зрения, крайне неправдоподобный. Потому что за Хамасом стоит большинство населения Палестины. Чем больше проходит времени с того момента, когда международное сообщество провозгласило цель создания палестинского государства, а оно так и не создано,
тем больше поддержки у радикальных настроений в палестинском обществе. И это другой сценарий, когда уже вся Палестина будет вставать на те позиции, на которых стоит сейчас только Хамас. А уже от этого будет зависеть все последующее развитие событий, включая судебные разбирательства. Иран призвал БРИКС вмешаться в конфликт Израиля и Хамас, используя свое и политическое, и экономическое влияние. Как вы считаете, какую роль может сыграть организация в урегулировании столь серьезного конфликта? Ну, вы знаете, БРИКС — это прообраз справедливого, многополярного подхода к решению основных проблем современности и, разумеется, от степени скоординированности действий государств, членов БРИКС, участников этой межгосударственной структуры, зависит очень многое, что будет происходить в целом в мире, тем более, когда в ряды БРИКС вливаются государства, в принципе, с разными позициями, но с готовностью эти свои позиции сближать сначала в рамках БРИКСа, затем с остальным сообществом, нежели чем навязывать эту волю, свою коллективную волю международному сообществу, как это делают страны Запада. Поэтому, с моей точки зрения, если где-то когда-то и родится разумная, дееспособная конструкция урегулирования ближневосточного конфликта, то она, скорее всего, родится в рамках БРИКС, нынешней пятерки, будущих 11 государств, которые, я уверен, справятся вот с этой вот интеллектуальной, если хотите, естественно, политической миссией стабилизации ситуации в мире. Мы видим, что ряд государств, в том числе и Турция, отзывает своих послов. На ваш взгляд, эта тенденция будет продолжена, и может ли она привести к массовому дипломатическому бойкоту Израиля? Вне всякого сомнения, такая перспектива реальна. Она реальна, потому что Израиль ведет себя в дипломатических отношениях с другими государствами, что называется, наотмашь. Он полностью игнорирует все сигналы, которые ему сейчас шлет международное сообщество. Если бы не вот эта позиция Запада, о которой мы говорили с вами в начале, возможно, Израиль был бы более сговорчивым, он бы реагировал более внимательно на те импульсы, которые он получает, но сейчас он на них не реагирует. И отсюда последний инструмент, который остается у тех государств, которые не согласны с поведением Израиля, это идти на крайние дипломатические меры, вплоть до отзыва послов и даже, может быть, разрыва дипломатических отношений вслед за разрывом отношений торгово-экономических, что уже и произошло в ряде случаев. Поэтому, да, это очень реальная ситуация. И я не исключаю, что в эту линию поведения по отношению к Израилю будет включаться по мере развития вот этого трагического сценария все больше и большее количество государств, может быть, даже и государства БРИКС в конечном итоге будут вынуждены прибегнуть к столь же радикальным, к столь же решительным действиям. Но я не могу у вас не спросить о выходе нашей страны из договора об обычных вооруженных силах в Европе. После этого наш мир стал еще более небезопасным. Ну, он стал менее безопасным в тот момент, когда договор об обычных вооруженных силах в Европе разрушили те же самые страны НАТО. Я напомню, что первая версия договора заключалась еще в годы Холодной войны, в период межблокового противостояния, как договор, балансировавший позиции блоков. Затем, когда была распущена организация Варшавского договора, появилась адаптированная версия, которая уже превращала межблоковый договор в межстрановой договор. Там каждая страна уже участвовала в национальном качестве и соответствующим образом регулировались уровни вооруженных сил и вооружений. Так вот, эту новую, реальную, адаптированную версию, да все ратифицировали всего 4 страны. Мы, Казахстан, Белоруссия и Украина. Ни одна страна НАТО адаптированную версию договора не ратифицировала. И вот в этот момент он приказал долго жить, потому что вот этот базовый договор, который писался еще в годы Холодной войны, и где, скажем, войска, вооруженные силы на территории современных стран Балтии записывались в Северный военный округ Советского Союза по тексту вот того договора, ну, существовать в таком виде он, разумеется, не мог, но разрушен он был силами западных сторонников идеи наращивания собственного военного присутствия в Европе. Россия отреагировала должным образом, отреагировала твердо, отреагировала понятно и отреагировала, что называется, без какой бы то ни было задней скорости. Невозможно восстановить, да, все в том виде, в каком он в кавычках существовал или влачил существование все эти годы, возможны договоренности. Они возможны, конечно, Россия от этого не уходит, но они будут возможны только с учетом печального опыта и на абсолютно равной основе, с равным учетом интересов всех участников, разумеется, в том числе и Российской Федерации. Спасибо, Константин Иосифович. На наши вопросы в прямом эфире отвечал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.